Третье поколение Логана и Сандера наконец представлено официально. Пока под маркой Dacia, но нет сомнений, что скоро обе машины примерят шильдики Renault. И желательно, чтобы это случилось как можно скорее, ведь новинки без преувеличения удались. От кургузных силуэтов, странноватых пропорций и тотальной экономии не осталось даже следа. Теперь франко-румынские бюджетники выглядят стильно, пропорционально, а их базовые версии щеголяют светодиодными фарами, круиз-контролем и шестью подушками. К слову, современные системы безопасности и электронные помощники появились на народных моделях только благодаря тому, что под кузовом теперь скрывается современная платформа CMF от Clio и Micra, а старая добрая архитектура B0 наконец отправлена на покой. Впрочем, схематично новая тележка повторяет старую. Спереди стоят Макферсон, а сзади полузависимая балка. Зато смена агрегатной базы принесла электрический усилитель вместо гидравлического, так что баранка разом стала легче на треть. В плане размерности тоже имеются перемены. Если по длине и высоте новинки плюс-минус повторяют предшественниц, то ширина разом увеличилась на 12 см. И теперь Логан оказался на сантиметр шире такого понятного ориентира, как Toyota Camry. Расстояние между рядами сидений и у Логана, и у Сандера выросло на 4 сантиметра. Притом для седана предложены складные столики и органайзер багажника. В свою очередь, огромный логановский багажник стал только объемнее. Отдельно стоит обсудить кросс-хэтч Sandero Stepway. Ему перепали не только оригинальные бамперы и решетка, но и капот. А стильные рейлинги одним движением можно установить как поперечины багажника. Удобно! Унифицированный для всех трех автомобилей салон тоже хорош. Материалы стали качественнее, а эргономика продуманнее. Скажем, у руля появилась регулировка по вылету, а центральная консоль слегка повернулась для удобства водителя. И только гамма моторов не вызывает восторгов. На смену турбодизелю пришла пропановая модификация, а в списке бензиновых движков остались только литровые тройки, с надувом и, соответственно, без. Коробка передач, механика или вариатор на выбор. В Европе продажи новинок стартуют до конца года, а вот нам придется подождать еще год, два или даже все три. Ведь для России снова готовят удешевленный вариант. На усовершенствованной платформе B0 от Arkana, без современной электроники и с другими моторами.